В районном центре с утра начала свою работу традиционная предновогодняя ярмарка. Продовольственная ярмарка пользуется большим интересом у населения, ведь именно здесь можно приобрести продукты питания по сниженным ценам. Ассортимент ярмарки был широк. Здесь были представлены свежие овощи и фрукты, мясо, сыры и многое другое. Многие индивидуальные предприниматели участвуют в таких ярмарках не первый год. И сходится во мнении, что особенно бойко торговля идет перед праздником. Закупить все необходимое к новогоднему столу люди едут из соседних населенных пунктов. Говорят, цены приятно удивляют, а качество на высоте. Такой формат торговли выгоден не только покупателям. Ярмарки способствуют продвижению фермерской продукции, помогают производителям расти и развиваться. Подобные мероприятия в районе проходят не только в преддверии праздников, но и по выходным дням.